Министр иностранных дел Павел Климкин в вышиванке показывает приверженность европейским идеалам. Там же, на площади Дам, активисты устроили акцию «Майдам», пытаясь вытеснить оттуда противников ассоциации. Подходили с очень агрессивными лицами и говорилось, что вот только они приедут, значит, сюда, станут, значит, с этой ассоциацией, и тогда нам, русскоговорящим, русскоязычным здесь, говорили, что именно вас мы будем вешать. Референдум состоится только, если на участке придут минимум 30%. Опросы показывают, их будет 34, из которых больше 60 скажут Украине нет. Анастасия Попова, Лия Бернацкий, Вести, Нидерланды.